Наступила весна, пришло время мыть окна. Окна грязные, надо их помыть. Но есть еще один момент. Вот от цветов, от того, что они стояли, вот есть вот такие следы. Я знаю прекрасно, что их обмыть очень сложно. Решила попробовать вот такое средство. Вот фаберлик, который обиливающий. Сейчас поближе покажу вам его. Вот. Побрызгала этим средством. Очень хороший дозатор. Удобно брызгать. Конечно, могу показать, как он брызгает. Сейчас, секунду, посмотрите. Вот мы берем и вот брызгаем. Вот, брызгаем, удобно. Сейчас покажу, как это работает. Не собирался на это видео, но решил все-таки заснять, потому что это действительно нужно видеть. Сейчас я возьму губку. Сходила за губкой, вот видите, оно немножко чуть-чуть постояло. Смотрите. Я в восторге полном. Смотрите. Я даже себя не тру. Вот я просто нанесла. И вот я просто все время мучилась. Я вот это отмыть просто так не могла. Я все время что только не придумывала. Вот смотрите. Это я просто побрызгала вот этим средством, которое идет для ванны. Для ванных комнат, для душевых. Я попробовала им побрызгать вот подоконники пластиковые, которые для окон. Смотрите, что происходит. Я прямо на ваших глазах сейчас, вот если убрать вот так вот, просто пену, смотрите. Помните, как было вначале? Вот оно все полностью собрало. Это просто прелесть. Сейчас протру и покажу вам. На некоторое время остановлю видео. Вот я продолжала мыть губкой, вот такая пена образовалась. Теперь смотрите, нашей тряпочкой. Фаберлик. Очень удобно. Раз. Она очень хорошо собирает любую пену, любую грязь. Я прям разнесла даже на боковинки окон. Вот смотрите. Я, конечно, еще допротираю домой, но суть в том, что в самом начале вы, наверное, видели, что было. Главное мне вам показать, как это выглядит. Вот смотрите. Ни одного следа от цветов абсолютно нет. Вот такое волшебное средство.